Вот все время у нас, знаете, отношение людей вот такого. Мы как-то вот ныне на переломе. Вот это, ни коммунист разрушить не можем до конца, ни капиталист построить. Вот. Вот как-то у нас все в подвешенном состоянии все время. Вот мы то экономику поднимаем, то потом уровень жизни поднимаем. И он все как в воздухе висит. Нет, нет, да и упадет. Вот, да? Или если мы берем вот нынешний разговор, у нас сегодня обсуждается импортозамещение, у нас сегодня обсуждается там, значит, вот, какой-то курс рубля. А вот давайте вспомним, нам же всегда был курс. Нам всегда. То был курс партии, то курс правительства, да? А сейчас курс рубля. Значит, вот курс импортозамещения стал. Курс был всегда у нас верный, но в корне неправильный. Вот, значит, в корне неправильный. Мы не смогли привыкнуть нормально жить и работать. Мы, к сожалению, согласились быть безработными и согласились быть великой нацией, совершенно не опираясь ни на какие вот, ну, факты, подтверждающие это. Весь мир равный. Весь мир красив, вот на самом деле. Вот. И мы тоже не лучше и не хуже. И мы также имеем право быть свободными, иметь свободное право выбора, свободное предпринимательство. Ведь мы за это душу свою продали. Ведь мы предатели все. Мы предали свою родину, Советский Союз. Только за этих два постулата. Потому что сказали, выбор будет свободный. И за это люди пошли. Но запомните, лишь тот достоин правды и свободы, кто каждый день идет за них на бой.